вот батарею притянули мне для ремонта. Вот. Смотрим, сколько на ней напряжения. То есть батарея явно убитая. Вот такая вот фигня. На ней нет никаких обозначений, что это такое. Какая-то, я не знаю, шону. На шону очень тяжелая. Очень тяжелая штука. Зарядкой к ней подключается вот здесь. Вот, собственно, сама зарядка. Давайте посмотрим, что зарядка нам дает. Включаем питание и видим сразу потек. Какой-то потек идет внутри, так что можно даже не включать. Это довольно-таки опасно. Отключаем. Какие-то идут потеки из самой зарядки. Что это за зарядка? 36 вольт, 1,5 ампера. Зеленый типа горит, заряжается. Red, наоборот, зеленый заряжено, а красный это типа заряжается. В общем, нужно разбирать. Проблема в том, что оно склеено. Вот, и это вытекает электролит из этого всего. Скорее всего. Причем электролит вытекает вот из светодиода. Я даже не представляю, что там внутри. Но будем разбирать. С него конкретно течет что-то. Даже не знаю, что это такое, но что-то очень сильно вытекает. Это все вода. Это все было вода. Но этот блок питания явно восстановлению не подлежит, поэтому ну я, конечно, еще разберу там дальше, но